Фехтование – это единоборство. А это значит, что ты борешься с соперником один на один, даже когда ты выступаешь в командных соревнованиях. Фехтовать можно только с помощью специального оружия и обязательно в защитном костюме и маске. В фехтовании существует три вида оружия – сабля, рапира и шпага. Все они отличаются по весу оружия, по способу нанесения укола-удара, по площади поражаемой поверхности. Есть разница и в правилах поединка, но боевая стойка у всех одинаковая. Чтобы выиграть в фехтовании, нужно тренировать скорость реакции, выносливость, ловкость и умение быстро переключаться с одного действия на другое, чтобы обмануть соперника. Еще фехтование называют шахматы в движении, потому что важно иметь стратегию и тактику борьбы с соперником, организовывать хитроумные приемы для достижения именно своих поставленных целей.